Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас за моей спиной, вот тут вот, помашите, ребята, всем привет. Находится 100 игроков, которые прямо сейчас, ребята, будут сражаться с настоящим драконом края. Кто-то сидит в дискорде, кто-то меня слышит, напишите плюсик, кто-то меня слышит прямо сейчас в дискорде. Давайте вот, покажите вашу активность. Ваша задача сегодня убить дракона. Так, нужно немножечко пофлудить, я напишу, я всячески буду мешать, ваша задача выживать. В общем-то, я подготовил себе три вот таких вот предмета. Палка нужна для того, чтобы, ребята, уже по традиции кикать нарушителей. Вот такой вот фаербол нужен для того, чтобы раскидывать людей, ребята. Ну и, в принципе, молния — это, в принципе, такой стандартик. Прямо сейчас я выпущу вот сюда вот игроков. Так, давайте я сюда залечу. Так, отличненько, барьерчики я убираю. Вот они, ребята, все за барьерчиками стоят. И как только я напишу команду set 0, они сразу же побегут. И, в принципе, они это делают, и я тоже телепортируюсь вместе с ними в Эндеркрай. Ё-моё, сразу огромное количество людей погибает. Вы аккуратнее, ребята, вы чего делаете? Вы чего исполняете? Поднимаем их всех, ребята, аккуратненько, с помощью такого вот аккуратненького мостика. Так, выстраиваем прямо с ними. Не торопитесь, ребята, все успеют. И прямо сейчас, ребята, мы включаем ПВП, как только все начинают подниматься. И знаете, чтобы этот процесс ускорить, я предлагаю всех телепортировать в одну точку, в принципе, вот таким вот образом. И разбегайтесь, ребята, разбегайтесь, потому что я включу ПВП, и вы начнете получать урон. Также понеслось, по ним начинают стрелять, но они пока что не получают урон. Отбегайте все от края, я сразу же, ребята, буду выдавать им всякие приколы. Топоры я, в принципе, выдал теперь у каждого из игроков. Они уже убивают, вы чё, обалдели? Включаем ПВП и туда фаерболом! А вон пошли от моего дракона! Быстро разбежались от моего дракона. Так, а ну пошли вон отсюда! Вы чё, оборзели? Я тут, ребята, стою, пытаюсь починить команду, а они моего дракона уже избивают. Так, и знаете, ребята, мне кажется, что здесь слишком много игроков, поэтому мне нужны эндермены, ребята, мне нужны эндермены. Они начинают драться между собой, это, в принципе, было ожидаемо, но я не могу почему-то запомнить эндермена, видимо, здесь, не та сложность. Давайте теперь молниями начинаем вот так вот по всем бить, ребята. Давайте, дракона вы моего избиваете. Прямо сейчас им нужно еще выдать снежки, ребята, это, в принципе, логично, для того, чтобы они могли сломать вот эти самые кристаллы. Но также я хочу выдать 64 земли каждому, вот, и теперь они, в принципе, с помощью этой земли могут достраиваться, ребята. Давайте им еще пару стаков дадим, чтобы они могли пока что достраиваться вручную. Усложняем, так сказать, задачу. И будем рандомно, ребята, по тем, кто строится, вот так вот стрелять фаербольчиками. Так, а куда это мы строимся? Так. Мешаем, ребята, как можем. Наша с вами задача помешать им. Опа-на, кто-то у нас упал. И так, вот туда полетел. Блин, они реально очень сильно дамажат моего дракона как-то периодически. Я не понимаю, как у них это получается, но как бы 100 игроков, ребята, это достаточно внушительное количество. Так, уже пару кристаллов действительно поломали, они начинают скидывать друг друга. А давай я тебя тоже скину вот так вот. Как тебе такое? Скидывают друг друга. Зачем они это делают? Я понимаю, что им хочется жить, ребята, но тем не менее. Я предлагаю включить обратно Enter, для того, чтобы игроки могли обратно входить после смерти, и все будет у них замечательно, чтобы игроки как-то между собой немножечко циркулировали. Осталось только выдать им снежки. Также я попробовал им выдать снежки, но они опять атакуют моего дракона. Да отойдите вы от него! Избиваем их молниями! Отойдите от моего дракона! Что он вам сделал? Он просто тут живет. Это просто его дом. Кто-то начинает строить себе домики, такое мы не одобряем, мы эти сразу строения разрушаем. Так, кто-то опять куда-то подстраивается, не работает, ребята, и почему-то не выдаются снежки, я на самом деле это с трудом понимаю, действительно не выдается. Могу им выдать, ребята, 32 снега просто каждому, пускай ломают, получают таким образом себе снежки, вроде как это должно работать именно таким образом, не нужно тут свои дома настраивать. Так, разрушаем все эти домики, ребята, чё вам от него надо, отстаньте, пожалуйста, отстаньте от моего дракона, я им даже ничего не выдал. Да что вы делаете? Пожалуйста, дракон, улетай! Дурак, тебя сейчас убьют! Идиот! Так, мне нужен кристалл, ребята, мне нужен кристалл для того, чтобы его можно было восцелять. Они очень много кристаллов как бы уничтожили, но моя задача — максимально долго удерживать дракона на плаву, поэтому я прямо сейчас устанавливаю 3 дополнительных кристалла. Отлично, 3 дополнительных кристалла есть, это значит, что дракон сможет снова восполнять свое здоровье. Они его сейчас убьют, пожалуйста! Не надо! Короче, молниями понеслась! А ну, отойдите от дракона! Дракон, улетай ты, дурачок, что ли? Улетай ты! Улетай! Улетай от них!
Они просто жесткие, это невозможно. Это нереально, как так быстро? Как так быстро вы это делаете? Устанавливаем еще больше кристаллов. Дракон, ты должен жить. Твоя задача выживать сегодня, не погибать с такой скоростью. Бешеные, просто лютые. Поэтому, ребята, вот вам тактика для убийства дракона. Хотите убивать дракона, ребята? Таким образом, просто собирайте 100 своих друзей и убивайте. Я разрушаю вот эти блокпосты, которые они как бы делают для того, чтобы убивать моего брата, чтобы убивать мою братку. Отойдите от него так, молниями, молниями, молниями по всем. Давай, 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 давай. Пошли вон от дракона. Отвалите от него. Пожалуйста, что он вам сделал? Дракон бедный еще хилиться пытается. И, слушайте, ну на самом деле, нет, нет, я только хотел сказать, что вроде как нормально, они от него отступили, но нет. Я не даю подойти к дракону. Я должен, так, 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 я начинаю вести, как бы, ну знаете, такую прицельную стрельбу по игрокам. Все, отлично, отлично. Очень много игроков погибло, но еще очень много игроков осталось. Я вам выдал эти топоры, я думал, что, знаете, топоры это достаточно мало. Я думал, вам потом алмазные мечи выдавать и так далее, но нет, 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 тихо, 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 тихо. Очень мало здоровья у дракона, очень мало здоровья у дракона. Так, нужно стрелять вот так вот, как бы, чтобы я дракона не дамажил. Вот так вот по периметру, дамажим, 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 дамажим. И в центр, ребята, просто начинаю флудить в центр. Фух, 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 фух. Вроде, ребята, немножечко потихонечку удерживаем. Опять сломал кристалл, да что ж ты делаешь? Так, давайте, ребята, хилим дракона, давай, дружочек, хилься. Ты нам нужен живым, ты нам нужен живым, во всяком случае, мне так точно. Так, 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 куда ты побежал? Да отстань ты от моих кристаллов. Блин, они очень жестко играют, ребята, вы огромные молодцы, те, кто убивают дракона. Отталкиваем, отталкиваем, ребята, от центра. Отталкиваем, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, а ну отошли, 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 отошли отсюда. Так, дракон, ты хилишься или как? Я не понимаю, как с тобой жить вообще в этом мире? Я тебе кристаллы ставлю, а тебе на них пофиг. Так, начинаем молниями, проходимся по игрокам молниями. Знаете, что я заметил, ребята? Что игроки перестали драться между собой. И это очень-очень-очень хорошо. А нет, вот кто-то дерется между собой. Зачем он это делает, я не знаю, я его молнией поразил. Как бы, в принципе, почему бы и нет? Дракон отхилил свое здоровье, ребята. Это замечательно, потому что я был просто в шоке. С такой скоростью я думал, что это будет быстро. Но чтобы настолько, нет. Я знал, что это будет максимальные какие-то там считанные минуты парные. 3 минуты, и дракон практически сдох. Это жестко, ребята. Это очень жестко. Слушайте, можно еще зелье вреда. Так, туманное зелье вреда мне понадобится. И мы его, ребята, вот сюда, вот таким вот образом накидаем, чтобы им было сложнее, они не могли подойти к дракону. Слушайте, мне интересно, а туманное зелье вреда на дракона-то проходит или нет? Я не знаю, ребята, я не знаю. Но проверять как бы не очень хочется, хотя, судя по всему, я уже это, в принципе, и проверил. Кто-то опять сломал все мои кристаллы. Знаете, я не знаю, есть ли они как-то в Дискорде и коммуницируют ли они между собой, то, что они слышат меня в Дискорде, это действительно так. Ребята, напишите, пожалуйста, еще раз плюс, кто слышит меня в Дискорде. Интересно, сколько людей осталось живых из Дискорда? Достаточно много, и было бы круто, если бы, знаете, они между собой как-то коммуницировали. Кто-то там какая-то часть команды бегает, ребята, бегает, и как бы ломает кристаллы, а какая-то часть, ребята, пытается дамажить дракона. Слушайте, ну, нужно будет уже совсем скоро давать слабину игрокам, потому что сейчас я даю такую достаточно жесткую оборону, и если бы, ребята, не я, дракон бы уже давным-давно сдох просто, ну, просто умер. И игроков осталось, я бы не сказал, что очень много, я бы действительно не сказал, что огромное количество игроков осталось в живых. Теперь с этой минуты я не буду возрождать кристаллы, пускай будет как будет, потому что игроков, которые останутся, ребята, ждет еще финальная битва. Сегодня будет всего 3 победителя, я это говорю как бы сейчас вам, ну и в принципе вы это слышат как бы игроки из Дискорда. Для всех остальных это должно было, ребята, остаться интригой. В принципе, так оно и останется. Просто еще выдать топор, но нет, ребятки, если я вам выдам еще раз топоры, вы мало того, что сейчас друг друга начнете убивать. Не-не-не, сейчас драться не нужно, вы что, я начну просто кикать. У вас битва будет в конце, ребята, каждому, так сказать, будет шанс победить. И посмотрите, дракон достаточно умный, он задамажил вот эту вот область своими вот этими вот штуками, ребята, для того, чтобы его никто не смог бить. Сейчас сдохнет дракон, и я максимально пытаюсь, ребята, дамажить, потому что другого способа у меня никакого нет. Так, ребята, нет! Дракон все-таки сдох. Включаем быстренько, ребята, команду Enter. Это создано для того, чтобы те игроки, которые прямо сейчас начнут погибать, они, в принципе, больше не зашли. Сейчас у нас будет, ребята, битва. Нет, не надо туда телепортироваться, не надо! Ну, те, кто телепортировались, к сожалению, ребята, ну, как бы уже не смогут поучаствовать. Быстренько застраиваем портальчик. Так, отойдите, пожалуйста. Застраиваем портальчик, и прямо сейчас я напишу. Вас ждет супер битва. Будет всего 3 победителя. У вас есть 30 секунд, чтобы разбежаться. Все, время пошло, ребята. Давайте я вот сюда кидаю фаерболами для того, чтобы как бы дать им понять, что им нужно разбежаться, и начну выдавать им определенные вещи. В принципе, мечи я выдал, осталось выдать еще по железному нагруднику, и игроки уже более-менее чувствуют себя экипированным. Потом, ребята, в
определенный момент я пропишу еще вот такую команду, сейчас не буду показывать и озвучивать ее. Я думаю, что мы, ребята, сами, в принципе, догадаетесь, что оно выдаст. Я потом в определенный момент, ребята, если они не будут драться, просто телепортирую всех в одно место. Так, я так понимаю, они все сейчас по вершинам забились. Так, ну это, ребята, неинтересно. Давайте вниз! Ага, вот один, ребята. Ну ладно, пока пускай сидит. Хотя, в смысле, я там одного скинул. Давай, дружочек, тоже отсюда, наверное, спускаться. Давай. Давай, спускайся. Надеюсь, что ты выживешь, друг. Ну, к сожалению, ты не выжил. Но просто наверх забираться, ребята, это максимально нечестно. Телепортирую просто всех в одну точку. Просто вот раз, два, три, телепортирую всех в одну точку и скидываю всех фаерболами для того, чтобы началась реально гладиаторская супер-мега-битва. Давайте. Спрыгивайте. Ты что тут, самый хитрый, что ли? Давай, ты что не спрыгиваешь? Короче, давай. Я уже думал тебе кикать. Слушай, самый хитрый, что ли? Хитрота, ребята, здесь не сработает. Хитрота здесь точно не работает. Бегите в центр и боритесь. Вот, отлично, начали слушаться. И давайте добавляем вот так вот, я с закрытыми глазами. Не знаю, вы, конечно, их сейчас не видите, ребята, но я, правда, с закрытыми глазами максимально как-то тыкаю мышкой. И не знаю, попал я по кому-то или нет. Открыл глазки, да, попал. Прописать одну команду, я, в принципе, это делаю. Выдаю каждому алмазный меч, точнее, алмазный шлем, я извиняюсь, для того, чтобы, ребята, они могли драться более-менее уверенно. Так, дружочек, вот сюда тебе точно не нужно. Вот сюда тебе точно не нужно. Тебе нужно вниз, ко всем остальным. Так. Опа, господи, они все такие одинаковые, блин. Они все такие одинаковые, круто. Так. Давайте. Слушайте, нужно помочь, я считаю. Нужно помочь молниями вот так вот побить, для того, чтобы их круг немножечко сузить. Так. Надеюсь, что я каким-то образом смог им помочь. Раз, два, три, телепортирую всех. Отлично, снова все в одну точку. Давайте. Господи, какие они одинаковые. Я, ребята, не могу. Так, кидаем фаерболы. Они снова все разбегаются. Ну, блин, это нечестно. Вам нужно драться. Я не знаю, ребята, для того, чтобы они действительно начинали драться, видимо, мне стоит оградить немножечко их игровое пространство. Волс 7. И, в принципе, появляется вот такой вот прекрасный бедрок. Телепортируем и начинаем, ребята, наблюдать за тем, как огромное количество игроков прямо сейчас будет, ребята, пытаться выиграть. Так, куда ты? Давай вниз, дружочек. Давай вниз, пирожочек. Боже, сколько их. Не-не-не, ребят, вы либо спускаетесь, либо я вас просто буду кикать, потому что вот, это все. Это начинает застраиваться, ребята, так нечестно. Нужно драться. И еще, ребятки, закидываю их молниями для того, чтобы добавить жизни в эту игру. Опа, хитрюга, попался. Так, давайте, вперед. Ё-моё, ребята, посмотрите, какая жесткая битва, просто максимально жесткая. И вот, давайте, ни в коем случае не поднимайтесь, нужно писать только драться. Помочь им или нет? Я думаю, что да, я думаю, что игроки заслужили, чтобы я им помог. Ботиночки для того, чтобы у них было еще больше шансов на выживание, они действительно вот так вот не прятались. Так, давай вылазь отсюда, вылазь. Нужно ломать, ребята, все строения, вот так вот сейчас везде буду тыкать, я буду ломать все абсолютно, чтобы никто и никуда, ребята, не смог прятаться. Так вот рандомненько я накидал, ребята, и если вы вдруг не знаете, туманное зелье, как только ты в него заходишь, как бы появляется урон у тебя. Достаточно такой, знаете, весомый. Так, дружочек, ну и что это такое? Давай, спрыгивай отсюда быстрее, спрыгивай давай, да ё-моё, спрыгивай! Да господи, спрыгивай давай, господи, ну что такое, ну? Я говорю, спрыгивай, не спрыгивай, что такое? Боже, какая невозможная просто битва. Закидываем все зельями, ребята, просто закидываем все зельями, для того, чтобы наконец-то узнать, кто же сегодня победит в этой прекрасной битве. Закидываем фаерболами, закидываем магией, как долго вы держитесь, вы сдохнете сегодня или нет? Давайте я попробую еще раз, ребята, всех телепортировать, и, я не знаю, мне опять что ли сузить, я не понимаю, что делать. Продолжаем закидывать туманными зельями, вот таким вот образом, так, понеслась. Два человека умерло от моей прекрасной магии туманного зелья на моментальный урон. Почему они не бьют друг друга? Они просто бегают, я не понимаю. Давайте драться, ребята, это смысл, вы должны драться. Я начинаю, ребята, те, кто стоят или что-то тупят, я начинаю просто бить по ними магией. Так, ну вот этот паренечек, видите, он прям рвется, он прям бежит за всеми, такой, прям кидается максимально на всех. Вот смотрите, он на месте вообще не стоит, это круто. Вон там, давайте, подтягивайтесь. Я накидываю еще туманных зелий. Боже, как же долго идет эта битва, и мне кажется, что ее уже действительно пора заканчивать, потому что это, ребята, длится очень долго. Я закидываю сюда максимальное количество туманного зелья. Это очень много, ребята, поверьте мне. Это уроны просто колоссальные. Просто колоссальнейшие уроны. Так, закидываем. И покажите мне, наконец-то, трех победителей сегодняшнего ролика. У меня даже начинает, если честно, немножко подлагивать. Я думаю, что вот этот паренек победит. Вот этот вот, просто он так сильно по нему набрасывает, ребята, что просто я в шоке. И, кстати, если вы меня слышите, те, кто еще живые и в Дискорде, напоминаю вам, что здесь система PvP работает немного иным образом. Какая битва!
битва. Так, кидаем фаербол, ребята, кидаем фаербол. И посмотрите, что они сделали с Эндеркраем. 6-7 игроков, где-то в этом диапазоне. Так, так, так. И нужно, ребята, максимально следить. Нужно максимально следить. Кидаем сюда туманное зелье, чтобы все это ускорить. Телепортируем их в одно место. Они получают небольшой урон от телепортации, плюс от прыжка, плюс и так далее и тому подобное. И, наверное, ребята, судя по всему, нужно опять сужать, потому что они очень сильно начинают разбегаться. Как-то тут, ребята, что-то мутить. Регион еще меньше, игроков еще меньше. И, следовательно, ребята, они сейчас точно должны побеждать. Я бью молнии в центр для того, чтобы никто, ребята, сюда к центру не подбегал. И они наконец-то начинали драться. Ну давайте, давайте, поубивайте уже друг друга. Вы 15 минут деретесь, ребята. Пожалейте моего монтажера. Я, короче, ребята, просто начинаю кидать зелье, потому что это будет длиться очень долго. 4 игрока осталось. Кто-то из них сейчас сдохнет. И почему вы не деретесь? Почему вы не деретесь? Че вы бегаете? Осталось 3 игрока. Посмотрим, ребята, посмотрим, кто займет третье место. Кто займет третье место из этих троих паренечков? Давай, давай, давай. Один отбегает, видимо, у него очень мало хп, набрасываются вдвоем на одного. Ну же, наконец-то! Ну найдите мне победителя! Ну хотя бы одного уже, боже, пожалуйста! Кидаю туманное зелье для того, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс. Давайте, давайте уже, ну как-нибудь найдите мне победителя на третьего места. Потом второе, а первое уже найдется само по себе. Начинаю кидать молнии, я не знаю, сделайте что-нибудь. Убейте уже кого-нибудь из своих оппонентов. Ну давайте, давайте, ну кого-нибудь, ну пожалуйста! Я начинаю кидать туманные зелья, ребята. Это невозможно. Эта битва длится слишком... О, слишком долго. Так, отлично. Warsong занимает у нас третье место. И сейчас, ребята, посмотрим, кто займет первое. Посмотрим, кто займет первое. Битва за первое место. Почему ты не дерешься? Почему ты не даешь оборону? Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну же, вперед! У меня уже горло! Горло болит. 30 минут мы снимаем этот ролик. Давай же, ну. Они очень долго дерутся. И мне действительно интересно, кто же из них двоих сейчас победит. Накидываем, ребята, зелье вот сюда, для того, чтобы они не убегали. И все! Миша Нюа 2000 занимает второе место. И игрок с ником Зебровкин, который получает привилегию Gold, сегодня побеждает, ребята, на первое место. Фух, это было очень тяжело. Всем большое спасибо за участие. А вам всем большое спасибо за просмотр. Прямо сейчас, после этого ролика, я выдам награды, выдам привилегию, выдам поинты, выдам эмеральды. Все это сделаю уже за кадром, потому что ролик действительно подзатянулся. Если вам нравятся ролики такого формата, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получить обновления о выходе новых роликов на канале. Большое спасибо за просмотр еще раз. Пока!